We survived the storm. But it changed us. Mere survival was no longer enough. We kept expanding. More and more people. Dreaming different futures. Conflicting futures. Привет, я Куба Стокальский, а меня зовут Лукаш Ющик. Мы оба являемся игровыми директорами, ответственными за Frostpunk 2. Мы здесь, в студии 11-bit Studios. То, что вы только что видели, является первым игровым тизером Frostpunk 2. Как ты можешь ясно видеть, со времени первой игры многое изменилось, особенно масштаб нашего города. Но что осталось неизменным, так это суровая постапокалиптическая атмосфера, которая, надеюсь, снова найдет отклик в твоей душе. Следите за обновлениями, потому что трейлер игрового процесса Frostpunk 2 уже не за горами.